Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Парень говорит, что у него всю жизнь страх ответственности, поэтому не видит будущего себя семью, так как считает, что брак – это взять ответственности для другого человека, и дети – то же самое. Причину такого страха не знает, говорит, что он сам по себе такой человек, и на него вряд ли что-то повлияет. У меня есть надежда, что этот страх можно проработать с специалистом, и что я все равно смогу на него как-то повлиять. Все в отношениях прекрасно, очень сильные чувства обоих, гармонии. Но вот когда пытаемся решить вопрос о будущем, то тут мы не можем прийти к одному решению. Не знаем, какой компромисс найти и что делать. Что можно попробовать сделать? Нам по 28 лет, в отношениях почти год, знаем друг друга очень давно. Разговоры эти заводили еще полгода назад. Ну... Ага, пожалуй, самое лучшее, что вы можете сделать, я не знаю, говорили вам об этом коллеги или нет, вот, но самое лучшее, что вы можете сделать, это вместе вдвоем обратиться к психологу и просто поговорить. То есть, просто как-то вот рассказать друг другу через психолога про свою жизнь, про свою историю жизни, вот, про себя, потому что, видите ли, страх ответственности, история поверхностная, за ней что-то еще есть. Например, что я не справлюсь или что-то такое. Так же, как у вас. История про то, что вы хотите себя обезопасить и для чего-то повлиять на молодого человека, давя на него. Поэтому как-то вот поделиться друг с другом посредством психолога тем, что вас волнует. Это первое. Увидеть каждому свою проблему, решить ее. Это второе. Дальше уже смотреть, что вы хотите по отношению друг к другу. Понимаете, штука в том, что если у вас такие ценности, что вы, например, считаете, что без перспективы создания семьи вам как-то вот создание семьи не нужно, то есть без перспективы создания семьи, точнее вам отношения не нужны, то это, конечно, больше речь идет про ваши ценности. Но может быть и другая история. Здесь может быть история иная, здесь может быть история про то, что вы пытаетесь решить какую-то некую свою проблему, например, проблему своей тревожности, или проблему безопасности, или проблему определенности и так далее. То есть здесь, на мой взгляд, для отношений ваших не очень хорошо, что вы
фиксируйтесь на будущем, делая его как бы, ну, более значимым, да, делая его как бы более самостоятельным, отдельным от ваших отношений. Вот эта вот история переключения этого момента, на мой взгляд, является опасной тенденцией, потому что молодому человеку не понадобится много времени, чтобы увидеть и почувствовать, и задаться вопросом о том, вот, важен ли он вам, да, или семья. То есть там, вот, ну, какое-то образование. Вот. А я имею в виду социальное образование ваше. Вот. И получается, тогда, что отношения уже не совсем отношения, но вы понимаете. Вот такая вот история. Смущает то, что вы хотите на человека повлиять, смущает то, что вы хотите как-то его вот, ну, как будто бы приделать под себя. Это все смущает, я надеюсь, что вот конкретно от этого вы как-то будете отходить, вот, потому что, ну, как бы, ничего хорошего из этого не получится. То есть все-таки люди, они, на мой взгляд, должны принимать решение свободным. Вот. А не под давлением. Вот. Компромисс. Поиск компромисса предполагает уступку. То есть, если вы ищете компромисс, то должны быть уступки, значит. Вам желательно увидеть на какую уступку вы готовы пойти и готовы ли вы вообще на уступки. Какие бы то ни было. Ну вот. И, соответственно, об этом молодому человеку сказать. Вот такая вот история. Я думаю, примерно так можно ответить вам на ваш вопрос, который задают. Ну, традиционно
Вот. Традиционно. Мы не решаем проблемы других людей. Это вот традиционно. Традиционно решаем только проблемы тех, кто к нам обратился. А это вы. Поэтому тут тоже есть такой нюанс. Я бы хотел, чтобы вы его по возможности учитывали бы. Если вы как-то ожидаете, что мы повлияем на вашего молодого человека, то боюсь, что нет. На молодого человека вашего влиять мы не будем. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.